somehow we go on. Майже тиждень я чекала, щоб ділитися із вами цінною інформацією про культурно-розважальне життя нашого міста. Тож влаштовуйтеся зручніше біля своїх екранів і поринайте у світ Party Time. З вами Єва на телеканалі «Фаворит». Сегодня в ресторане «Чехов» проходит необычная кулинарная вечеринка. Руководит ею создатель и идейный вдохновитель киевского проекта «Гастросреда» Виктория Пархоменко. Катя, мне кажется, что идея кулинарных вечеринок в нашем городе, она такая очень свежая, очень необычная. Что ты вообще думаешь об этой концепции, есть ли у нее будущее? Чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что люди хотят есть красиво, вкусно и плюс еще получать доброе душевное общение. Вот. И именно поэтому мы попытались сегодня, это эксперимент, провести вот такую вечеринку, связанную непосредственно с культурой приема пищи. Я думаю, это будет только развиваться и развиваться. Если гость хочет что-то приготовить, он может приготовить, пойти на кухню и приготовить, может быть, заранее подготовить какое-то блюдо. Но чаще всего это тема вечеринки, вот, определенная, на которую, собственно говоря, гость готовит. А если гость не хочет готовить, то он может принести с собой вино в качестве компенсации, вот, и просто все попробовать. Мы приглашаем всех на подобные вечеринки, мы приглашаем всех в наши рестораны. Я уверена, я надеюсь, что всем будет любопытно, нашим гостям будет любопытно попробовать новые блюда, потому что на самом деле время не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые рецепты, новые эксперименты, новые сочетания, которых миллион. Гастросреда – это сообщество людей, которых объединяет вкус к жизни. Сегодня ее участники воссоздавали блюда, которые упоминались в классической русской литературе. Проект первый раз проходит в Харькове. Давайте поговорим, когда он был создан, кто является идейным вдохновителем и в чем заключается концепция. Проекту уже 2 года будет, вот в июле месяце. Родился он из такой совершенно из домашней такой среды. То есть мы собирались 3 подруги, мы собирались по средам и готовили, так как среда – это середина недели, еще не пятница, а уже что-то хочется какого-то праздника немного. И мы собирались, Алена Шпаченко, Аврора Огородник и я, мы собирались втроем, готовили что-то. Это происходило какое-то время. Потом мы пригласили как-то один раз гостей. Гости пришли и сказали: «Вау, боже, это же так здорово, а давайте завтра у меня», там предложил кто-то из гостей. На следующий день собралось уже, по-моему, 12 человек, то есть на следующую среду. И мы готовили, наши друзья вернулись из Испании, они готовили 17-литровую паэлью с лобстерами и другими морепродуктами. Мы это все снимали там на айфоны, то есть это все было и там выложили там в Facebook на следующий день. И в зависимости от каждого, от места, от тех людей, которые собираются, от того, кто откуда приехал, например, потому что наша вся эта компания, уже более 1500 человек в сообществе «Гастросреда». Все где-то путешествуют, все привозят какие-то новые рецепты, темы и так далее. В зависимости от этого рождается тема. Специально езжу
Когда путешествую, я езжу по фермам, по кантинам, собираю разные рецепты. То есть как каждая страна открывается для нас в гастрономии, точно так же, как, например, в архитектуре. А сегодняшняя тема – еда и литература. Блюда, которые упоминались в русской классической литературе. Да. Вот уже готово. Сейчас буквально чуть-чуть доделаем и покажем вам стерлядь. Одно из любимейших блюд русской аристократии в те времена, да? То есть подводочку. Мы идем подводочку, да. Конечно, растягайчики, щучьи блинчики, свекольник. Ну, мы делаем не холодный стик по свекольник обычный, мы делаем, наоборот, такой горячий свекольный суп с апельсинами и мятой. Салат с лососем и огурцами и овечьим сыром, куриные сердечки, штрудель со шпинатом, пирог с молодыми кабачками и рикоттой и пармезаном. И потом пойдут основные блюда, мне подсказывают, олень. Я так понимаю, раз вы в фартушке, значит, вы что-то готовили сегодня. Расскажите, что же? Конечно, готовил. Мы вместе с Варей придумали самый древний русский десерт. Это вареники. Самый мудрый и вкусный десерт – вареники с клубникой. Очень модный киевский проект «Гастросреда» добрался и до Харькова. Анечка, почему именно в Чехове сегодня проходит эта вечеринка? Ну, потому что должно быть в Харькове место, с которого мы толкнем эту историю в нашем городе. Это невероятно интересно, это очень занимательно, это творчество, это история, это искусство. Это стоит попробовать, и только тогда можно... Ну, не сколько понять, сколько почувствовать, что это. Заниматься кулинарией, понимать, что такое специи, как живет и растет сыр, какое вино именно к этому сыру, ну, приведет вас в восторг. Девушки, какое вино вы сегодня принесли? Чилийское Мирафлора. Как вы узнали о проекте «Гастросреда», который сегодня происходит в Чехове? Ну, мы здесь бываем очень часто. Вот, получаем мы рассылку, и лично нас оповестили, рассказали. Что-то новое для нашего города, очень интересное. Первый раз попробуем, потом уже будем оценивать. Летний вечер. Сейчас весь город занят покупками, на всех скидках бутиков. И пора разрядиться, выпить вина, приготовить вкусную еду, почувствовать себя шеф-поваром. И хотелось бы, чтобы это была, конечно, традиция. Это лишний повод увидеться и пообщаться, и съесть что-то вкусное, и погурманить. Павлович очень любили со своим кавказским другом молодого олененка. Соус из клюквы будет прям к нему. Они в вишневом саду очень любили беленькое закусить и клюквенный соус –